В Ульяновске продолжают дарить новогодние подарки детям. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится во всех регионах страны. Наша область не стала исключением. На этот раз порадовать подарками решили детей, чьи отцы сейчас находятся на СВО. Мероприятие провели в Фонде защитников Отечества. Осуществить мечты детей пришли представители органов исполнительной власти, промышленных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Наша задача как раз определить те желания ребят, тех ребят, чьи родители находятся на или находились на специальной военной операции, то есть участники СВО. Поэтому наша задача тоже, чтобы эти дети почувствовали новогодний праздник, чтобы все их желания были обязательно исполнены. Внутри импровизированных картонных шариков написаны имена и желания юных мечтателей. Кто-то хочет гитару, а кто-то игрушечную железную дорогу. Мечты у ребят разные, и все они должны сбыться. Те ребята, у которых папы в настоящее время сражаются на фронтах, защищая нашу родину, были, что называется, в фокусе всего нашего внимания. Поэтому я сюда пришла по первому же предложению, как только узнала, что эта акция будет открываться сегодня. И, безусловно, для меня большая честь сделать маленькое чудо и подарить небольшую радость тем детям, которым это сегодня нужно. Почувствовать себя волшебником и исполнить детские мечты может любой желающий. Принять участие в акции «Елка желаний» можно на сайте проекта елкажеланий.рф. Поучаствовать можно будет до конца февраля. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, Управда ТВ.